Вася, помаши привет. О, подмигнул? Молодец. Еще подмигни. Леси! Леси! О, хозяин, он дружится, все. Леси! 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 Девочка моя! Вышла в огород посмотреть на красоту, что здесь творится. Черемушка прямо вот уже скоро-скоро цветочки будут. Ой. Запах обалденный. Клен тоже уже листочки распустил. Березка какая стоит, красавица. У нас здесь летом как на природе. Кругом деревья. Это вот наш участок. Муж там. О, там грядка где-то. Макс! Поздоровайся с моими гостями, подписчиками. Ой, люди уже огурцы посадили, а нам все пока никак некогда. Да еще и холодно было. Сегодня только второй день. Нет, третий день, как тепло. Я вот лучок сажаю. Здесь у меня кустики. 2-3 или кустика Виктории. Просто решила посадить. Там вот были как усики от Виктории. От, ремонтантная, да. Ремонтантная. Я вот ее сюда посадила. Думаю, пусть растет. Такую грядку небольшую посадила. Там лук. Вот такой парей. Или как его называют. Батун. Батут. Батун. Лучок. Скоро будем свой лучок есть. Посадила я красный. Тот год у меня здесь чеснок был. Решила этот год севооборот сделать. А здесь обычный простой лук посадила тоже. Грядочка небольшая. 4 метра. 4, наверное, метр. Вот посадила. Там. Крючок. Уже охота своей зеленушки. Сейчас пойду розы полью удобрением. Может проснуться, может начнут. У нас здесь каждый год на 9 мая такое мероприятие, как забег на какой-то определенный метраж. И вот стоят дети, там школьники, и от завода, и от техникума у нас здесь. И вот вся дорога разнумерована, сколько кто будет бежать. Они там заранее записываются. Вот уже начинается, вот, кто насколько побежит. Потом награждение идет. Всегда у нас так вот делают. Вся дорога оцеплена. Полиция. Вот. Первый забег побежал. Потом там следующий по очереди. Так. Группа поддержки. Обязательно у нас это всегда происходит. Вот. Обязательно такие мероприятия у нас. Скорая карета и полиция. Всегда. Вот.
болельщики, и маленькие, и большие, и взрослые, и дети.